О, нашел Володю. 13-е сегодня. Он хотел утром матушке копать картошку. Она говорит, не могу, батюшка упал с велосипеда. Я приехал сюда, нет, к матушке поехал. Она говорит, он говорит, выкопал уже, ушел. Вот мы с Володей на пару работаем хорошо. О, а ты где был-то? В садке. Я уже у матушки картошку выкопал. Да-ка я выкопал. Ты я поехал к ней, она говорит, я отпустила его. Да, да. Низко поклонилась мне. Вот, я ездил-то не случайно, что мне? Да, яблоко вот. Даешь? Да, я съел уже. Ну на. Посмотри, что тут я на это время сделал. Я вижу уже, да. Все, колючей изгородью загородил, все. Съездил, привез 4 вида ножовок. Досоветская, раз это китайская. Вот это советская, вот из двуручной сделанная. 4 пилы, потому что наверху сделал развод всем. Все, тебе принес, вот видишь, вязанку. Потому что на высоте. Спаси Христос. А, вы уже лестницу принесли? Да, утром. Вот это вот, да? Да. Какая у меня длина-то, интересно. 6-метровая. Ну что, будем ставить мы ее сейчас? Будем. Я считаю так. Посмотрел, вот какие деревья свалить. Вот эти вот надо 2, 3, 4, 5, 6. Ну и там все около 10 деревьев. Какой первый? Наклоненные которые. Их будем подвешивать. Сейчас с лестницы. Когда, а внизу пилить. А какой первый ставить будем? Ну, я думаю, вот этот первый, который внизу, надо ставить так, чтобы на две было. С одной на другую потом перекинуть. Вот если веревку подвешивать вот на это вот, то она вообще дальше не пойдет. Вот, наверху. На такой высоте-то мы можем теперь шиковать. Ну, а дальше пилить. Потому что короткое время проходит, смотри, обрезанное, сколько наросло. Все развалилось, гнилье. Я думаю, в воскресенье сказать им слово прощальное за день, как плохо пасут. Это лагерный пруд, тут не надо ни одной коровы. А они сейчас что, там не пускаем, их загородили. Они их сюда, одна красавица, уши заткнет себе заклепками-то и всю смену слушает. Сейчас я, кстати, вот колючей изгородью, как душмены, сделал, чтобы коровы не подходили. Ну, разве удержишь, сейчас она не поет их. А там же костровый пруд, могли на туда гнать, я показывал как. Она даже не гонит, я захватил гурт и погнал сам. Она стоит отвлеченно. Сейчас родители, попробуй моего дитя там накажи или что-то сделай. Ну, я зачем буду наказывать? Бог будет наказывать. Когда Бог наказывает, горы дымятся, написано. Они ничего не понимают. В храме стоит на 5 поклонов, один поклон сделает. И то вот так вот только. Вы не видите, как с ней будет мучиться, когда замуж выйдет? Это разведенки. Заранее запрограммировано разведение. Или муж подкаблучник будет, она из него соки выжимать будет. Упущено уже. А что делать? Уже ничего не сделать. Ты на фотографии даже посмотри, какие лица. У другого спокойный, у одного циничный уже сейчас. Это верующие, причащаются. Самое страшное то, что их допускают до причастия. Ну давай работать. Я снимаю свою аппаратуру. Начинаем лестницу ставить. Все, уходим. Все? Я посмотрел, ястреб садится рядом, над ним сорока летит, даже не глядит. Мои головы прилетают на пиццу, мгновенно хватает, тащит. Голубятина лучше сорочина. Сорока, ворона, рядом летает грач. Никогда не видал, чтобы он нападал. Ни разу. Скажи ты, голубям все питаются. Ладно. Пошли. Растащил. Вдвоем будем таскать теперь, загораживать. Да.